Здорово, народ, с вами Сид, и я приветствую вас на канале Games Unlimited, подписывайтесь. Здесь я продолжаю играть в Персону 5. Итак, мы наконец-таки достигли нового дворца. Теперь можно туда залезть и посмотреть, что там вообще к чему. Хотя мы в этих всех хэллоуинских костюмах, черт возьми. Сразу же смекнут, что мы воровать пришли. Хотя, может, и нет, посмотрим, может, не полные имбецилы. Какое дело вас привело сюда? У меня было чувство, что это случится. Come at us. А ну иди сюда. Не-не-не, подожди. She's one of Kanashiro's customers. Она одна из клиентов Камашира. I'd like to speak with the bank president. Я бы хотела поговорить с управляющим банком. Excuse me, but do you have an appointment? Простите, но вам назначено? I need to talk to him. Now let me through. Мне нужно с ним поговорить, а теперь пропусти меня. Let him pass. Пропусти их. That voice. Этот голос, это же Канешира. You mean a bank has a president? Ты имеешь в виду, что у банка есть президент? They make good money. Но они делают хорошие деньги. Пожалуйста, подождите. Ресепшн находится прямо перед вами и немного направо. Я настоятельно рекомендую вам никуда не сворачивать. Прямо и направо. Проход здесь только один в этом направлении, так что... Ресепшн сразу за этой дверью. Смотрите, охрана здесь до жопы просто. Ресепшн направо нужно повернуть, и никуда не ходите больше. Incredible. Ага, похоже сюда. Вот это офис рецепции. Быстро заходите. Груда денежек, видели? Целая куча. Ого, да сколько же местных шариков можно купить на все это? Несанкционированный вход. Порча имущества. И прочее. И все это стоит где-то 3 миллиона йен. Вы здесь из-за этого вопроса, мисс прекрасный президент? Должно быть тяжело собрать такие деньги. Я готов дать вам кредит, знаете ли. Вы хотите отозвать долг? Нет, кредит. Ну и примерно с процентной ставкой в 10% каждый день. 10% каждый день, это, ну, это значит, так, за день мы получаем... 300 000 йен. Ой, да ладно, не тревожьте так, так. У меня есть для вас более лучший вариант. That was your plan from the beginning, wasn't it? Это ведь и был твой план с самого начала, да? Quite the impressive insight. Ой, а вы впечатляюще проницательны. Нижима-сан. Или мне следовало сказать, младшая сестрица прекрасного прокурора Сай Нижимы. How do you know that? Как ты узнал об этом? Please don't underestimate our intelligence network. Пожалуйста, не нужно недооценивать мою разведывательную сеть. My, what wonderful goods have come falling into my lap. Ой, ну что за чудесные товары попали прямо ко мне в руки? Don't be ridiculous. А ну не тупи. Young women are so useful.
They lack physical strength and are dumb. Юные женщины такие полезные, у них не достает физической силы, они тупые. Они существуют как будто бы лишь для того, чтобы ими обладали сильнейшие. За всю историю все так и было, так уж и повелось. Ты действительно презренен. Лучше бы тебе приготовиться, Канеширо. Мы собираемся свистнуть твое сокровище. Ой, да не смешите меня, вы жалкие воры. В моей цитадели высший уровень безопасности. Любой может сделать все, что угодно ради денег. Я заберу ваши жизни так же легко, как я дышу. Взять их. It's Mr. Kaneshiro's orders. Eliminate them at once. Это приказ мистера Камашиды. Уничтожьте их всех. Но слабостей я у них не вижу. И все. Первый отряд был уничтожен. Пришлите подкрепление. Цели все еще живы. Мы должны с ними разделаться любой ценой. Понятно, я и не думал, что так будет просто. Ну давайте по одному. Что-нибудь массовое у меня есть вообще? Что, серьезно, нифига? Нифига нет, ладно. Пока что вроде такой связки хватает, чтобы их уничтожить. Цели все еще там, нам нужно больше подкрепления. Не дайте им убежать, мы должны их положить. Офигеть. Что за... Им нет конца. Они действительно настолько жадны к деньгам? Похоже, у нас проблема, давайте валим. Этого не может быть. Почему охрана превратилась в монстров? Это что за суперъестественные силы? А может, это были персоны, о которых вы уже упоминали? Ты что, считаешь, что сейчас действительно лучшее время, чтобы спрашивать об этом? Нам нужно валить. Макото, убедись, что ты не отстанешь от нас. Джокер. Быстрее, Джокер, выход должен быть вон там. Да ладно. Сваливать так сваливать. О боже, им нет конца. Ребят. Что, удивлены? Как ты смеешь так подкрадываться, Канеширо? Это были мои слова. However, I do thank you for providing me with such wonderful goods. Но в любом случае я хочу поблагодарить вас за то, что дали мне такие чудесные товары. It's time you disappear. И пришло время вам исчезнуть. Managing a bank is tough. That's why I make it a case to kill troublesome customers. Управлять банком тяжело, вот поэтому я просто убиваю проблемных клиентов. Having one impertinent brat disappear is enough to set an example in that other world. Если
один взорвавшийся шкаляр исчезнет в этом мире, то в другом он послужит примером для других. Пожалуйста, остановись. Я уничтожу и других тоже, всех, кроме моих товаров, так что не переживайте. Your sister is quite a beauty, though. I'll make sure to make her my personal slave. Твоя сестра очень милая, между прочим, я сделаю из нее, пожалуй, свою персональную рабыню. Once I get bored, I'll just sell her off. Oh, poor sis. А когда она мне надоест, я просто продам ее. О, бедная сестренка. She could have been successful. If only her younger sister wasn't so dumb. Она бы, наверное, добилась бы успеха, если бы ее младшая сестра не была такой тупой. My sister has nothing to do with this. Моя сестра никак с этим не связана. Then you better start taking customers tomorrow. Тогда тебе лучше бы начать принимать клиентов, начиная с завтра. All you gotta do is endure it and do as you're told. Все, что тебе нужно, это просто расслабиться и делать то, что тебе велят. Endure it. Расслабиться. Do as I'm told. Делать то, что мне велят. You'll earn 3 million yen in no time. Итак, вы в скором времени заработаете 3 миллиона йен. Although your life and everything along with it will be a complete wreck by then. Но к тому времени ваша жизнь уже будет полностью разрушена. I've been listening to you go on and on. Я тебя все слушаю и слушаю. Shut your damn mouth, а теперь you закрой свою грязную пасть, ты жадный до денег ублюдок. Так что ты решила встать на путь сопротивления? Да, приди ко мне. Хорошо, тогда давай заключим контракт. Я есть ты, ты есть я. Наконец-таки ты нашла свое правосудие. Пожалуйста, не теряй его из виду. This memorable day marks your graduation from your false self. What the hell? Что за черт? Ух ты, крутяк. A persona? Персона? No, dude. Нет, чувак, это ж байк. Я чувствую это. Моя внутренняя я. Давай. Ух ты, круто. Что это было? Я никогда такого не видел. Лучше бы вам снять ее, или я сам вас убью. Я больше не проиграю, никогда. Я буду двигаться на полной скорости, верно, Джоанна? Не заблуждайся только потому, что я нормально веду себя. Мне надоело изображать из себя хорошую. Вперед, Йоханна! Полный газ! Враги перед нами, так что давайте уберем их. Светом, значит, атакует неплохо. Как-то быстро его отпустила. Ангрид получит сейчас. Вы охренели все атаковать? Да что ж все одного-то атакует? Ну вот и все. Хорошо, теперь валим отсюда. Что, левелап не дадут?
28, 26, 22. Похоже, я все-таки обогнал нужный уровень, минимальный, потому что, видите, у нее 22 у Макото. Гарула. Им можно заменить Гару. Ну что ж, теперь мы знаем, как сюда попасть, и наша цель завершена. Но как мы свалим отсюда? Exit, right? Ну, здесь же только один выход, да? Чё, как, мисс постапокалиптический рейдер? Тебя что, ударить сейчас? Ahead, so я пробью нам путь, а вы за мной. Черт. Okay, we have a path. Хорошо, у нас есть проход. Get in. Залазьте. So you'll stand against me no matter what. Very well. I'll wait for you all. Значит, вы противостоите мне, несмотря ни на что. Хорошо. Я буду вас всех ждать. There's no escape in reality. Nor will you break through the security system here. В реальности вам не уйти, и здесь вы тоже систему защиты не пройдете. There's not a snowball's chance in hell that a bright future lies ahead for you. Скорее в аду пойдет снег, нежели в вашей жизни сложится удачно. Ну, толстячок, посмотрим еще кто кого. Ой, чуваки, это было дико. Это было не айкидо, это было какое-то хардкорное набивание задниц. Да, я больше на нее не злюсь. Мне такое чувство, что она мне руку оторвет. Да, у нее такая аура. Ой, ну хватит вам. Я не была так измотана последние 5 лет еще ни разу. Но все-таки все хорошо. Никогда не думала, что я смогу стать частью благородных воров. Сестра в обморок упадет, если узнает об этом. Да, ты ее раньше упоминала уже. Она прокурор этого района, и она как раз расследует благородных воров. Эй, подожди, это разве не плохо? Не переживай. Нормальное расследование никогда не приведет нас к этому миру. Ну что ж, еще раз, похоже, что это судьба, что так случилось. Что ты имеешь в виду? Я не такая, как моя сестра. Я знала, что рано или поздно придет время, когда я ее больше не увижу. Я благодарна своей сестре за то, что она тяжело работает, но временами мне ее жаль. И после того, как я услышала голос своей персоны, я отчетливо понимаю это сейчас. Кажется, на самом деле вы не так сдержаны, как сами себе говорите. Я просто делаю то, что мне говорят взрослые. Похоже, она будет превосходным нашим советником, потому что она бесстрашная и у нее острый ум. Sounds good to me. We've needed someone like that for a while now. Ну, как по мне, так звучит здорово, а нам нужен кто-то вроде нее. I'd be honored if I can help out. Будет честью, если я смогу помочь вам. We had way too much testosterone anyway, so I feel much better. У нас сейчас слишком много тестостерона, но я все равно чувствую себя лучше. It's from Kaneshiro. Это от Канаширо.
Он напоминает нам, что мы ему должны. Значит, Канаширо здесь ничего не знает о том, что случилось во дворце. Все верно, но дворец изменится, если реальное восприятие Канаширо изменится. Так что не нужно расслабляться. Похоже, будет лучше, если мы будем избегать ненужных контактов с ним до тех пор. 3 недели, значит, нам осталось. Да, и там эта система защиты тоже. Но если мы сделаем все будет определенно круто. Я раздавлю его как муху. Я заставлю его пожалеть о том, что разозлил меня. В любом случае, давайте начнем нашу операцию завтра. Сначала нам нужно зачистить путь к сокровищу, как всегда. Вы, ребята, наконец-таки начинаете думать все сами. Я буду ждать, пока вы не позовете меня навстречу. Офигеть, новая персона и такая крутая. Байк, реально крутая штука. Черт возьми, этот мотоцикл такой крутой. Хотел бы я, чтобы моя персона выглядела так же. Но у тебя есть корабль. Ой, ты что, прикалываешься? Мотоциклы гораздо круче, чем тупые лодки. Я был бы как в песне «Призрачный вор на стальном коне». Ой, да не надо нести такую чушь вообще. Это просто так у меня все получилось. Это не так, как я хочу. Честно говоря, я удивлена, что ты можешь водить мотоцикл, Нижима-сэмпай. У тебя что, есть права? А, ну да, регулярные, да, есть. Отлично, не могу дождаться, когда тоже свои получу. А, не возражайте, если я ненадолго сменю тему для разговора. А что такое? А, извините все. Я знаю, что не в положении говорить такое, но... Я должна извиниться за все те свои действия, из-за которых вы оказались в это все втянуты. Плюс я изначально не понимала ваших действий, неправильных понимала. Я не могла осознать того, что происходит с Узуи-сан тоже. Ой, да ладно, тебе не нужно об этом сейчас. О, ну похоже у каждого из нас есть свои ошибки в прошлом. Да, и давайте теперь не будем об этом всем разговаривать. Давайте лучше подумаем, что будем делать с Канаширой. Да, он прав. Хорошо, я понимаю. В любом случае, я постараюсь вас не тормозить. Ну что ж, недавно совсем мы еще ругались с ним, но похоже, в этот раз Рюджи прав. Нам нужно работать вместе, чтобы преодолеть все это. Макото, похоже, хороший советник. Но сейчас мы выступаем против настоящего преступника. Так что держитесь там, ага. Конечно, как там мой цветочек. Здоровенький, теперь можно отправиться в люлю. Как круто, что у нас теперь новый член команды. Не могу увидеть, что... Дождаться, чтобы посмотреть его в деле. Давайте спать. Заточенная под мотоцикл персона, Знаешь, я ведь тоже могу в машину превращаться. Это как... Разве тебе не кажется, что это похоже? Мотоциклы круче. Может быть, ты персона? Меня укачивает в тачке. Мотоциклы круче. Ой, да ты просто не догоняешь. Не надо недооценивать силу четырехколесного транспортного средства. Мотоциклы, конечно, тоже хороши, но зато в машину больше народа может влезть. Я ведь и правда особенный после этого, а? Влезть? Нет, взять кого-то? Что-то только что проскочило у меня в мыслях. Но это бесполезно, я не могу вспомнить ничего. А
И ничего с этим не поделать, если я не могу этого вспомнить. Мне нужно сконцентрироваться на Канаширо сейчас. Как и вы, ребята, Макото умна, и я ожидаю от нее больших вещей. Но ты делаешь действительно что-то особенное. Это просто совпадение, мне просто везет. Похоже, что я тоже в игре теперь. Социалочка с Морганой, ништяк. На четверочку, да. Я знаю, после того, как мы разделаемся с Канаширо, я хочу проконсультировать ее по поводу Мементоса тоже. Я уверен, что мозг Макото сможет... Привет. Так, у нас есть Юски, теперь еще и Макото. Этот парень действительно удачлив. Может быть, за этим стоит какая-то причина? Не, не может быть. Надеюсь, сейчас в школе меня не нагрузят хотя бы. Будет не круто. Good morning. Доброе утро. Я много думала о персонах и дворцах. Этот летающий банк действительно отражает личность Канаширо. Он ведь и так, можно сказать, летает вокруг, и никто не может отследить его. Он никому не доверяет. Но охрана там достаточно на высоте. Давай-ка отправимся туда как можно раньше. Как насчет сегодня? Хорошая идея. Yes. Хорошо, я освобожу свое расписание после школы. Так что мы можем встретиться все вместе. Так, а вы что здесь делаете? Прости за то, что спрашиваю тебя вот так. О, нет, это не проблема. Вообще-то, это, знаешь, освежает, когда студенты в этой комнате сидят. Хотя немножко нервирует тоже. Да, я в последнее время тоже нервная. А, в любом случае, я хотел бы извиниться, и мне действительно жаль за все. Что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, обвиняла тебя в то... в сексуальных домогательствах Камашиды. И хотела бы извиниться, честно, за все, что имела в это время все в виду. Такамаки-сан. Я уже поздно поняла, что Шиха пыталась достучаться до меня, но я не помогла ей. Я не хотел это признавать свою вину, и поэтому просто переложила ее на тебя, Нижима-сенпай. И мне за это очень жаль. Эй, нет нужды в этом. По факту мы обе очень похожи. Да. Я тоже не смогла никому помочь. Ни Сузуи-сан, ни кого-то из жертв Канаширо. Я продолжала говорить себе, что это не моя вина, потому что я просто следую приказам, но это все ложь. Я просто не признавала свою вину и скидывала ее с себя. Чтобы перестать бояться того, что я бесполезна. И поэтому я вела так по отношению к тебе и твоим друзьям. И мне очень искренне жаль за это. Понятно. Ну что, тогда в таком случае мы в расчете. В расчете? Ну да, ты права, давай этот разговор в прошлом оставим. Угу. А, и еще кое-что, ты не бесполезна, Нижима-сенпай. Ты, может, немножко отчаянная, но... именно благодаря тебе мы попали во дворец Канаширо.
И еще ты получила силу изменять сердца, и это сделала ты сама, Нижима-сенпай. О, вот если подумать, это все очень в твоем духе, Такамаки-сан. Когда ты указала мне на Сузую-сан, я поняла, какая я была бесчестная и маленькая. Ты всегда говоришь все прямо. И именно это помогло мне наконец-таки найти ошибки в своем пути. Иногда я притормаживаю время от времени. Эй, а можно я буду звать тебя Ан? А, да, конечно. Тогда я тоже буду звать тебя Макото. Ух ты, это как-то смущает меня. Ой, а как насчет того, чтобы выбраться и перекусить чего-нибудь, перед тем, как мы на ночь домой пойдем? Ой, я знаю местечко. А есть один магазин печенек на центральной улице, и там целая куча этих печенек. Что, ты хочешь разделить одну? Ну, можно сделать так, чтобы каждый взял по целой, потом мы их разделим и сложим. О, можно, можно. Ну вот уже подружились, как не быстро-то прям. Ой, я только что понял, что не знаю, как обращаться к тебе, Нижима-сан. Я так полагаю, что... Ты вроде как постарше нас. Да, точно. Как нам звать тебя? Нижима-сан или Нижима-сенпай? Не нужно никаких формальностей. Можете называть меня по моему первому имени. Хорошо. Мы не можем этого сделать. Это честь. Хорошо, ладно, еще заморачиваться. Это не будет грубостью. Ну, я уже зову ее по имени. Что, серьезно? У вас что-то случилось уже, что ли? Ну, это секрет между нами, девочками. Черт возьми, звучит весело. В общем, все вы можете называть мое первое имя. И не нужно стесняться. Хорошо, так и сделаем. Может, все-таки в убежище отправимся, наконец-таки? Okay. Итак, наша следующая цель — это преступник, с которым даже полиция не может справиться. Так что возьмите себя в руки и погнали. Миссия начата. О, да, мы же собирались встретиться в убежище. Давай туда и пойдем. Ух, я помогаю благородным ворам. Никогда не могла представить себе этого. Вещи станут интересными, если моя сестра об этом узнает. Ой, не время для сентиментов сейчас. Да, я понимаю. Но я хотел бы спросить вас кое о чем. Могли бы вы рассказать мне о том, как быть благородным вором? Ну, типа как о метаверсии, к примеру. Ну, вообще, это просто мир, который делает сознание чьё-то. И там можно менять сердца людей. Да, это я еще вчера поняла. Но мне интересен больше метод трансформации. Я имею в виду вот это приложение навигационное в смартфоне. Ну, туда нужно вбить просто имя, локацию и искажение. После того, как первый раз туда зашли, дворец сохраняется. Хм, звучит как обычное приложение, но разве не опасно его использовать? О, не переживайте. Мы там уже много раз бывали и... Не, я не к тому. Это ведь навигационное приложение, верно? Значит, у кого-то есть доступ к его истории, к серверу. Hey. Эй, что вы так смотрите? Вы что, об этом никогда не задумывались? Ну, похоже, ты подловила нас. И мы не знаем, откуда оно к нам пришло, да? Я просто в своем телефоне его увидела сегодня, но я его не устанавливала туда. Hey. Что можешь сказать об этом, Ситку? Нет, нужды беспокоиться, длинноносый мужик. Ну что, расскажи им про Игоря, почему нет? Что?
Я захотел рассказать им правду, но это было бы трудно объяснить, что это Игорь отправил всем сообщение. Я не полностью понял, но думаю, что нам не нужно беспокоиться о том, что люди могут это все увидеть. Все, что я могу сказать, это то, что это приложение особенное, и оно явно не сделано не ординарными способами. Это верно. Оно ведь как-никак позволяет вам проникнуть в другую реальность. Хорошо, сестра не знает, кто такие благородные воры, так что я думаю, что информация пока что в безопасности. Но мы пока что сами все пытаемся узнать, и я надеюсь, твой острый ум поможет нам в этом. Yes. Да, спасибо, я постараюсь. Well, then. Итак, какой у нас лимит времени? Я сомневаюсь, что его осталось много. Ну, Канешира сказал, что нам нужно справиться до 9 июля. Да, интересно, ведь школьники никогда не смогут принести им такие деньги, 3 миллиона йен. Да, вот поэтому он и начал запугивать нас. Если мы не сможем ему заплатить, то будет все еще хуже, чем просто шантаж. Но нам нужно остановить его, прежде чем он опубликует все эти фотки. Ой, я боюсь даже представить, что случится, если они... Ой, да ладно вам, мы позаботимся о нем до того, как придет время. Let's crush him. Так что давайте просто займемся этим ублюдком и свалим его. Да, и отличная возможность, чтобы на нас узнали, так что не должны мы облажаться в этот раз. Давайте во дворец. Действительно, что зря время тянуть вообще? И как меня будут звать? Я понимаю, у всех вас есть кодовые имена. Ты проницательна. В этот раз трудновато, может быть, наплечники? Ой, да господи, как тебе это в голову вообще пришло? Я отказываюсь так называться. Что насчет Райдера? Sounds too much like a smuggler. Next. Не, как-то пошленько. Дальше. Fixer? Фиксик. I'm not a mastermind, though. Я, знаешь ли, не какой-нибудь там это... технарь. Дальше. Won't you give me something better to work with? Можете дать мне что-то, с чем можно работать? She reminds me of an empress. Она напоминает мне императрицу. You got anything, Joker? Есть что-нибудь на уме, Джокер? Ведьма, президент, королева. О, я прям вижу это. Это звучит так хорошо, что мне даже нечего ответить. Королева, значит. Ну что ж, мне нравится. Так что так и оставим. Объясните мне теперь стратегию нашей миссии. Стратегию? У вас нет ее? Подождите, вы хотите сказать, что благородные воры действуют без всякого плана? Ну, вообще-то мы просто осматриваем зону, я немножко всех наставляю, и потом, если появляются тени, мы их пиздим. Хорошо, похоже, что я буду все-таки полезна. Похоже, что моя роль в этой группе — мозг, и поэтому я буду анализировать информацию Моны и давать вам советы. Протесты какие-нибудь? Нет, королева. О, похоже, череп определенно тот тип, который будет под каблуком бабы. Мона, будешь навигатором для нас? Да, королева. Похоже, он тоже. Похоже, мы сможем использовать тот же выход, что и вход, что и в прошлый раз.
Очевидно, что мы признаны клиентами, у которых можно вымогать деньги. Ну и пойдет. Мы заставим его заплатить за его ошибку. Ну да, но все равно как-то это пугает. Проникните в банк, друзья, в банк я уже буду проникать. В следующем выпуске этот я пока что заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился. И вы поставите под этим видео лайк. Подпишитесь на канал, если, конечно, уже не подписаны. И оставите комментарий под ним. На этом я с вами прощаюсь, друзья. С вами был Сид. Пока.